Английская группа Pink Floyd была основана в 1965 году, но существует и сегодня. За это время легендарный коллектив как бы прожил несколько жизней.
первой серьезной популярности настигла группу еще в 60-е годы. Pink Floyd уже тогда отличались обширными композициями, звуковыми экспериментами, философскими текстами и продуманными живыми выступлениями. Это было время безумной популярности британской психоделической музыки. Важную роль в ней играло использование новых клавишных инструментов, вроде электрооргана, а также применение различных искажений звука и эффектов, вроде перемотки назад и экстремальной реверберации. На фоне причудливых музыкальных картин звучали сюрреалистические, эзотерические тексты. Pink Floyd были настоящими лидерами этого направления рок-музыки. Основателями коллектива стали Сид Барретт, гитара-вокал, Ник Мейсон, ударные, Роджер Уотерс, бас-гитара-вокал и Ричард Райт, клавишные, вокал. Тот ранний период творчества коллектива связывают с личностью Сида Барретта. Коллеги по группе считали его настоящим гением, но этот незаурядный музыкант так и не смог раскрыть свой талант в полной мере. Проблемы с психическим здоровьем не позволили ему продолжить музыкальную карьеру. «Темную сторону Луны», «В стену» и другие легендарные альбомы 70-х Pink Floyd записывали уже без Барретта. Pink Floyd никогда не ограничивались традиционными поп-форматами. Они были новаторами прогрессивного рока 1970-х, эмбиент-музыки 1980-х. Но склонность к экспериментам не помешала музыкантам привести коллектив к статусу одной из наиболее успешных и влиятельных рок-групп в истории. В сегодняшней программе я предлагаю вернуться на полвека назад и послушать ранние записи коллектива, которые были сделаны еще при участии Сида Барретта и прославили группу. On a lane and a strange Всем привет и хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Привет всем зрителям нашего канала. Вот так вот, неожиданно сегодня в 13 часов я включаю, вернее, не выключаю, у меня все время бубнит на работе этот наш трехпрограммный радиоприемник проводного вещания Орфей 3 трехпрограммный. И попадаю на такую замечательную передачу по ленинградской трансляционной радиосети. Вот третья кнопка, это у нас радио Петербург, по петербургской сети. Про Pink Floyd, смотрите, как здорово, господи, ну, раньше тоже, да, в 80-е годы периодически были передачки, посвященные, скажем так, зарубежной поп и рок-музыке, но если бы там, скажем так, году тогда, к 85-м, когда я всего этого просто фанател, я услышал по радио сети Pink Floyd, еще с рассказом о группе, я был бы счастлив и безумный, наверное, скакал бы до седьмого неба от счастья и записывал на все имеющиеся у меня средства аудиозаписи. А был мне тогда как раз вот такой магнитофон Astra, правда не 110-я, а 209-я. Astra MK 200, нет, не МК, просто Astra 209 был олимпийской комплектации. И вот так вот, вот неожиданно и приятно я все-таки решил эту передачку. Извините, что сначала самого не успел. Схватил трубу, и что успел, то для вас, друзья, записал. Итак, сегодняшний наш обзорчик был посвящен трансляционной сети Петербурга. Как вы видите, у нас все три кнопки работают. Вот. Ну, а я был рад услышать там Pink Floyd и дать вам тоже насладиться замечательной музыкой, замечательной группой. А на этом обзор заканчиваю, потому что, как всегда, коротеньким его хотелось сделать. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами Сергей. Пока-пока.